Здравствуйте. Прогноз на сегодня. Циклон постепенно дотянется до южных склонов гор и смягчит температурный режим в области. Облака будут закрывать небо над северной половиной региона, а значит, в южной части вероятность снега будет уменьшаться. На Южном Урале облачно, без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Верхнем Уфалее – Златоусте. И осадки ожидается минус 11. Троицку обещают минус 12. На градус выше в Южноуральске, Магнитогорске и Карталах днем минус 14 градусов. В Челябинске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Днем температура минус 11,13. Атмосферное давление падает, но остается повышенным. Данные от Центрофобос. Будьте здоровы. Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр Капитоль.